Виктор, у меня такой вопрос. Ну, он интересует в основном моих подписчиков, тех, кто следит за компанией Ресурс, Стин, Solar Group, Solmash. Они немножечко переживают, потому что все узнали, что вы перешли работать еще и в другое место и занимаете там определенный пост, о котором молчите тихонечко, наверное, это секретно. И вот такой вопрос у людей. Вот новый проект Solar Group по дирижаблям, он как-то связан с вашим переходом вот в ту компанию, в которой вы сейчас работаете? Нет, это не связано с дирижаблями. Этот проект дирижаблей, как я узнал только недавно, всего лишь неделю назад, увидел тоже конференцию. Вот. И, как вы знаете, я уже перешел в новый проект. Точнее сказать, не перешел в новый проект, подключился к новому проекту, потому что здесь, в Эйхае, мы не просто так сейчас тестируем этот автомобиль. Производство моторов все равно идет здесь, АСПП в Эйхае. Вот. Просто из-за тех успехов, которые были здесь достигнуты, меня пригласили в университет Джидзиан с институтом турбомашин и приводов делать привода для летательных аппаратов. Совместно с академиком Туполевым, это родственник знаменитого Туполева. Рассказывать о проекте я не могу много. Только что я работаю там, и все. То есть сами фотографии, снимки невозможны, потому что работа не совсем открытая. Достаточно одного, то что я работаю с человеком, который занимается воздухоплаванием уже с самого рождения и в поколениях. Вот, поэтому это хорошая удача для технологии. Моя задача именно разработать электромоторы для этих летательных аппаратов и затем их тестирование. Когда они выпустятся, тогда будем говорить. Вот, пока идет работа именно по подготовке, мы тестируем эти летательные аппараты, сами дизайн. Идет работа с многими направлениями дизайнеров, техников, батарей, управления. Ну, идет речь о гибридах. То есть это не чисто электричество, потому что все, что имеется в данный момент для летательных аппаратов электрических, это максимум 40-45 минут. Ограничение батареи. Ставишь большую батарею, аппарат тяжелее, моторы больше, потребление больше, и все это замкнутый цикл. Наша задача сейчас сделать привод именно гибридный. Вот. Это совсем другой тип электротранспортных средств. Будущее, как мы знаем, что Китай очень усиленно работает в этом направлении. Правительство уделяет большое внимание и большие деньги для таких проектов. Поэтому то, что меня пригласили туда, тоже показывает заинтересованность в применении технологии и в будущем. То есть, в принципе, это не ограничено каким-то одним транспортным летательным средством, а разработкой именно моторов и заказом затем на новые моторы. Потому что для каждого транспортного или летательного аппарата нужны свои моторы. То, что мы видим сейчас в Совельмаш для мотылька, это мотор бывший колобок, да, 318 габарита. Максимально можно развить 60 киловатт. Но это механической мощности. То, что мы применяем сейчас в Китае, это 60 кВт потребляемой мощности. Разница большая. Потребляемая с батареей вместе со всей системой и развиваемая на валу. То есть мы рассчитываем получить 200 кг подъемной силы для мотылька, да, на одном моторе. Сейчас идет подбор хорошего контроллера. Он должен быть более высоковольтным. В принципе, это высоковольтный. По сравнению с 80 вольтами надо перейти на 140 вольт примерно. Вот. Это уже будет тяга, я рассчитываю, что даже больше 200 килограмм. Потому что то, что сейчас испытали с 80 вольтами, 157 килограмм подъемной силы. При увеличении напряжения растет очень сильно крутящий момент у винтов. И разница, когда винты крутятся 2400 и 2800, подъемная сила увеличивается на 50 килограмм.
То есть, казалось бы, от 0 до 2400 он развивает 150, а от 2400 до 2800 он развивает уже 200 килограмм. Вот, это большая разница. Когда мы поднимем напряжение до 140, то мотылек будет мотылять хорошо. Вот. Поэтому в этом направлении как раз и работаем. Но смысл мотылька, моторов, которые сейчас применяются на дроне, это именно привлечь заказчиков на заказ более мощных двигателей. Потому что сейчас мы применяем 8 двигателей. Это много. Реально мы хотим использовать 4 двигателя для летательного аппарата. Вот так, это коротко, что могу сказать о том проекте.